Где ее бумажка? На соседней цифровой клавиатуре. Она к руку держит, что непонятно, куда пальцем ключи. Присаживайся. Номер с восьмеркой на конце прижит в магазине Меркантелей. По-твоему, эта тетка увидела что-то в компьютере убитого и срочно решила подкачать бицепс? Хорошо. Тогда номер с семеркой на конце принадлежит Кристине Чужовой. А вот это больше похоже на правду. Ну-ка. Будешь играть, нет? Кто звонил Кристине и получим убийцу. Ну вот, ее зовут Маргарита Маркелова. Наслаждайтесь, смежи.